Любой американец знает, его центы из налогов идут на поддержку киевского режима, на который, честно говоря, наплевать. Президент, который позволяет публично унижать себя лидером других государств, а это делал тот же Трамп, снимая невидимую перхоть с пиджака Макрона, выходя перед журналистами. Но это же совершенно сознательный жест. Их было много подобных жестов. И он все это безропотно сносит. Теперь во всем этом будет жить та самая Европа, которая покупала когда-то газ по 200, а когда по 250, так в суд подавали на «Газпром». Очень дорого. Ребят, готовьтесь. На Соединенные Штаты вы в суд подавать не будете. Михаил Борисович, приветствую вас. Добрый день. Последняя такая относительно громкая новость – это визит Столтенберга в Киев. Там он заявил о том, что они помогут Украине одержать победу на поле боя и, кроме того, в будущем пообещал Украине членство в составе Североатлантического альянса. А как вы считаете, насколько это осуществимо? По-моему, он и сам не очень-то верит в то, что он говорит. Ну почему же? Человек сказал абсолютную правду. Мало того, ровно такая же правда звучала и 5, и 10, и 15 лет назад. В будущем Украину примут в НАТО. Ну, если у Украины есть будущее, если в этом будущем будет Украина. Ну, а это говорил и Буш, когда приезжал в Киев после Оранжевой революции. Это говорила масса других чиновников. Ну, не говоря уже о том, что вот в чем он сказал абсолютно правду, что до тех пор, пока жив киевский режим, Запад будет его поддерживать. Да? И когда-нибудь, верьте, мы вас примем. Ну, если доживем. И мы, и вы. Ради Бога. Ну, в данном случае, понимаете, обещать не значит жениться. Обещают уже 15 лет. Эта держава, псевдогосударство, существует 30. Предыдущие 15 лет не обещали, но показывали путь. Соответственно, меняли нейтральный статус Украины на блоковый, соответственно, писали «Украина не Россия», то есть все время двигались в этом направлении. То есть все годы существования этой псевдодержавы, она движется в этом направлении. Ну, куда она докатилась, мы уже видим. Да, я понимаю, приехал Столтенберг поддержать, вселить, так сказать, поддержку, уверенность. А на самом деле вот о чем шла? Прекратите педалировать тему вступления в НАТО. Мы вам сказали, в будущем примем. Заткнитесь. Мы же вам сказали, мы вам будем помогать. Вы видите, что мы вам помогаем? Вот будьте довольны. Что можем, то даем. Ну а во внешнюю среду выпустили, как всегда, традиционные обещалки. Нет вопросов. Кроме вот этого вступления в НАТО, которое им, ну, как вы сами отметили, обещают уже, наверное, больше 10 лет, он пообещал какие-то более осязаемые вещи. То есть поставки боеприпасов к тем видам оружия, которые в Украину уже поступили с Запада. И нам все-таки ожидать от Украины того контрнаступа, которым они грезят вот уже полгода, наверное. Знаете, я жду его, несомненно. Думаю, что ждет и готовится и наше Министерство обороны. Ну, в общем-то, мы видим и по факту, что независимо от веры в сроки, в мощность этого удара, все равно к нему надо готовиться. Знаете, надейся на лучшее, готовься к худшему. Мы готовимся. Да, мы ждем. Насколько эффективным будет этот удар? Ну, мы посмотрим. Зачем гадать на кофейной гуще? Ведь киевская хунта сама себя вместе с Западом загоняет вот этот капкан необходимости выполнения того, чего делать не хочется. Ведь вот это постоянно. Мы сделаем. В результате где-то на Западе начинают, мы ждем. От этого зависит объемы нашей помощи, поддержки. И вот этот постоянный перетирание одной и той же информации, переливание из пустого в порожнее, вызывает такой эффект сообщающихся сосудов, когда уже обе стороны, в общем-то, и не очень-то хотели бы, одеваться уже некуда. Уже все растрындели, уже все вложили это в свои избирательные кампании, которые по факту начались в тех же Соединенных Штатах. Ну, по факту она идет. И суд над Трампом тоже в рамках этой кампании. А, соответственно, демократы, сделавшие ставку на вот поддержку киевской хунты, им тоже нужен успех. А что же мы будем говорить нашим потенциальным избирателям? Мы тратим миллиарды и миллиарды и миллиарды. Причем не важно, много или мало. Важен факт, что это стало трендом. Любой американец знает, его центы из налогов идут на поддержку киевского режима, на который, честно говоря, наплевать. А у него бензин дорожает. Но если там хотя бы победили,
хоть в чем-то, хоть где-то. Там, Артемов состояли, как они бахнут, да? Ну, вот уже хоть что-то. А этого нет. Значит, ребята, изобразите нам. Будьте любезны. Ну, вот и придется. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Президент был прав. Но России, да, придется им терпеть. Грязь, не грязь. Отсюда и поставки боеприпасов, да. Поставили пушки, но, естественно, нужны снаряды к пушкам. Да, будут поставлять. Хватает, не хватает самим, но будем поставлять. В конце концов, Соединенные Штаты, если и воюют, то чужими руками. Почему бы не поставить местным аборигенам луки и стрелы? Ради бога, сколько вас там погибнет, никого, в общем-то, по большому счету, за большой лужей не волнует. Ну, ладно, поставки, но тут же вопрос еще и в том, хватит ли Украины живой силы, потому что, ну, мобилизационный ресурс там тоже не бесконечен, и постоянно озвучивают разные цифры, сколько людей они все-таки собираются поставить под ружье во время очередной мобилизации. Там, вы знаете, уже перестали говорить об очередной мобилизации, вот с тех пор, как был в конце прошлого года озвучена цифра, сначала просто видеоутечки, потом начали подтверждать, что киевские деятели, что нужно мобилизовать к весеннему наступлению 100 тысяч человек. По факту выясняется, что их не мобилизовали. А если мобилизовали, то процентов 30-40 уже утилизировали в том же самом Артемовске. Планы не выполнены, но таким путем можно идти еще долго. Мы видим, ну, мы сами себя можем не обманывать, что эта хунта скатывается и движется по рельсам гитлеровской Германии. Мы понимаем, что чем хуже у них будут идти дела, тем больше и жестче будет мобилизация проводиться на подконтрольной им территории. Мы понимаем, что вот они сейчас хвастаются, что численность женщин в составе вооруженных сил хунты выше, чем в любой другой армии НАТО. Значит, будет еще больше женщин. Значит, будут привлекать всех, начиная там, с 14 лет, 16 лет. Ну, фольштурм никто не отменял. Ну, они же уже готовят свои аналоги Гитлер-Югенда. По сути. Да, вы видели уж детей, в общем-то, они готовят с первых лет. Вот, это же восточный, их, так называемый, схидный корпус или национальный корпус. Все эти школы подготовки, мы видели там детей, начиная там даже с дошкольного возраста. Они за эти 8 лет выросли, они же с оружием в руках воюют. Соответственно, следующие тоже воспитанные, прокачанные в этом духе, готовы взять в руки оружие, проводя аналогию между собой и Гитлерюгендом и СС. Вот вам, пожалуйста. И поэтому не надо строить иллюзии, что вот завтра каким-то образом закончится пушечное мясо. Ведь там еще не трогали вот ту элитку, которая обслуживает элитку. Потому что ведь те там 100 тысяч условных чиновников, которые есть у хунты неприкасаемых, их же где-то обслуживают еще около миллиона человек. В том числе и вполне здоровых мужчин. То есть от содержателей там, публичных домов, сутенеров до крутых ресторанов, гостиниц, всех автопарков, ремонтных мастерских. То есть колоссальный на самом деле ресурс, который никто не призывает. Их детей никто не призывает. Потому что они свои, они нужны. Но когда станет хуже, никто же не будет и далее выдавать. Но их детей по какой причине не присылают? Когда тому же Гордону задали вопрос, почему ваши дети не сражаются в рядах ВСУ, он сказал, один что... Больной. Один в Америке, да, один больной. Один гражданин Америки. Почему это должно каким-то образом отменять его призыв? Потому что он гражданин Соединенных Штатов. И что? Что двойное и тройное гражданство уже законодательно разрешено законами вот этого киевского недогосударства? Нет, на самом деле. Это не отмазка. Это вот именно, чтобы было проговорено. Так, а никто и не сомневался, что все власть придержащие, приближенные к ним вот этот обслуживающий персонал, давно уже живут за границей, граждане других государств, и у них все, если не хорошо, то почти хорошо. Чем хуже будут дела у киевской хунты, тем меньше будет таких неприкасаемых. Да, но, кстати говоря, уже выдвигалась же инициатива о том, что было бы неплохо вернуть часть мужчин-украинцев, которые выехали за рубеж. Такая тема поднималась. Идея с лета прошлого года муссируется. Ее пытались проталкивать в Европах. Она там не сильно взлетела по той простой причине, что очень неудобно местным властям объяснять, каким образом они будут депортировать вот этих мужчин насильственным путем обратно на территорию Украины. Тем более, понимая, что их более многочисленная женская составляющая в виде дочерей, мам и жен – реально выйдет на улицу.
Это будут не те вот проплаченные или идиоты горские, которых там по 100-200 человек, когда выходят там заляпанные кетчупом и изображают что-то из себя. Обратите, этих, кстати, стало намного меньше. Причем денег меньше не стало, но это стало непопулярно, не камильфо, это уже не приветствуется. А вот вы вот этих обратно, ну, не получится. Хотя очень бы хотелось. Их выдавливают, лишают льгот, там, бесплатного проезда, оплаты проживания, еще чего-то. То есть, чтобы, ребята, уезжайте-ка вы обратно. Ну, люди, понятно, не горят желанием. Процесс этот есть, но, к сожалению, для хунты он реализован быть не может именно в силу того, что это уже не выпадено самим западным элитам. Они себя ставят в дурацкое положение, вынуждены тоже, впрягшись один раз в эту телегу, ее поддерживать. Причем и не хотелось бы, но вот американцы заставили, мы прогнулись, а теперь деваться некуда. Потому что немцы же тоже, например, не рады, включая эту льёрную колбасу Шольца, переплачивать втридорога за американский сжиженный газ. Но прогнулись, деваться некуда. И вот, да, через «не хочу» улыбаемся и машем. Говорим, добро пожаловать очередному танкеру с СПГ. Вот, да, мы покупаем, зато мы независимы от русского газа. Потому что, понимаете, там с логикой в нашей парадигме, в нашей системе ценностей большие проблемы. Люди, отказавшиеся, неважно по каким причинам, от нашего газа, покупают дорогой американский, плюс дорогая ветроэлектроэнергетика, уже были прецеденты, ветер не дует, тучи нагнало, ой, у нас холодно, у нас не работает, мы все отключаемся, катастрофа. Но теперь это у вас будет та же самая катастрофа, но более дорогая. В этом году вот вы прыгаете зимой, а у нас была теплая зима. Ну и что? А следующая зима будет холодной. Причем ценообразование американского газа – это рынок. Причем рынок внешний. В Соединенных Штатах будет все нормально. Вы будете покупать и в 5 раз дороже. Я помню годы, когда цена газа на Генри Хаб превышала не то, что $1000, когда он кругом стоил 250, а $6000. Когда были вот эти, помните, 2 или 3 года уже назад снегопады, потрясающие с отключением электроэнергии, там в Техасе, еще какие-то. Да, было. Превышало $10,000-12,000 за 1000 кубометров. Да, в отдельные дни, но, ребята, вы понимаете, что теперь во всем этом будет жить та самая Европа, которая покупала когда-то газ по 200, а когда по 250, так в суд подавали на «Газпром». Очень дорого. Ребята, готовьтесь. На Соединенные Штаты вы в суд подавать не будете. Вы будете покупать, покупать и покупать. Но если вы уже заговорили об экономике, то некоторые страны ЕС, в числе которых Венгрия, по-моему, Словакия и Польша, запретили импорт украинского зерна. И Польша в том числе сказала, что они этот запрет собираются расширить на другие страны Евросоюза. А что ими двигало? Дешевизна украинского зерна или что-то другое? Это называется рыночная экономика, которая не плановая. То есть вдруг появился поток зерна, который должен был идти в бедные страны. Естественно, зерна дешевого. Естественно, он пошел в результате в Европу. Выгодно же, вплоть до того, что в Италии зерном кормили скот с Украины. Настолько это дешево и выгодно. Естественно, произошел переизбыток, цены на рынке упали. А учитывая высокую себестоимость производства зерновых, ну вообще сельхозпродукции, ввиду колоссальной сложности стандартов в Евросоюзе, фермеры начинают нести убытки и разоряться. Их дорогое зерно не выкупается. Бьет это прежде всего по наиболее слабым и приближенным к территории хунты, контролируемой хунтой Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии. Болгария тоже собирается ввести запрет на экспорт зерна. Вот, соответственно, и результат. В результате выделяются дотации фермерам. Польша выделяет колоссальные средства. Они собираются там на чуть ли не на 1000 евро, на 60% закупочные цены повысить. А это деньги, довольных, естественно, нет. Поэтому вот то, что проталкивают из Киева, что а вот мы отменим, разговоры такие идут, но мы отменим так, чтобы не отменять, мы отменим так, чтобы это зерно проходило транзитом, мы там транзит запретили, ну, может, мы его разрешим. Тоже нормальная практика принять сразу максимум жестких ограничений после того, как начнется хайп, хейт и все прочее, по политическим причинам, мы откажемся от того, что нам, в принципе, не навредит. Например, тот же транзит зерна. Скажем, ну вот видите, мы уже отменили. Но по сути, нет, мы ввели, а отказались от той части, которую вводить и не собирались.
мы будем в пломбированных вагонах перевозить это зерно через свою территорию, чтобы ни одно зернышко здесь не осталось. Но суть-то от этого не меняется. Свинство мы видим наглядно продемонстрировано уже самим Евросоюзом. Это зерно, которое вывозилось под предлогом поставки голодающим. Вот это отношение Запада к реальным проблемам бедных, голодающих и вообще к любым другим странам. Они продолжают голодать. А здесь скотину кормят. Причем в таких количествах, что уже местные фермеры разоряются. Ну вот и все, что следует знать о ценностях того западного мира, который рассказывает нам, что такое хорошо и что такое плохо. Украина так хотела присоединиться к этому западному миру, а когда российский рынок оказался закрыт, то выяснилось, что в рыночек европейский она не очень-то вписывается. Естественно, она не вписывается, потому что там своих хватает. Ну, та же Франция является экспортером зерна вообще. Там свои проблемы. Они готовы взять дешево, что они и делают. Но это возражают местные фермеры. Решения этой проблемы нет. На самом деле, об этом мы говорили еще, когда климатическую повестку Запад продвигал. В Европе совершенно сознательно руками Соединенных Штатов выстраивается закрытая экономика за железным занавесом с высокой себестоимостью всего производимого продукта, всей прибавочной стоимости. Это делается сознательно, начиная с энергоносителей. И в результате сегодня мы начинаем вот видеть результаты этой политики. Закончится она тем, что в Европе будет колоссальная зарплата, там, по 10 тысяч евро в месяц, колоссальные ценники на коммуналку, на жилье, на энергоносители, на топливо, на все на свете, включая тоже зерно, продукты и так далее. И внешний рынок придется закрывать, потому что все это дешевое, если будет попадать на рынок, приведет к разорению местных производителей. Будет замкнутая экономика, ничем не угрожающая Соединенным Штатам, не конкурирующая с ними ввиду высокой себестоимости. Великолепно. На какое-то время Соединенные Штаты решат свою проблему. И они уже помогают решить проблему местным европейским производителям, предложив им вариант перенесения своих мощностей, производств юридических лиц на территорию Соединенных Штатов. Но это так называемая деиндустриализация Европы. Да, да. Но, кстати, тот же Макрон во время своего последнего визита в Китай и встречи с Си Цзиньпинем заявил о том, что, в принципе, Франция должна добиваться стратегической автономии и отказа от доллара. То есть на словах они, по крайней мере, декларируют тот факт, что им не очень нравится быть под американским колпаком. Знаете, у нас, по-моему, были такие герои, давно еще советские времена, Тарапунька и Штепсель. Вот мне кажется, что Макрон в своем желании стать похожим на Деголя, это вот тот самый там Штепсель или кто он там, который бегает вокруг, да, и прыг-прыг. Ну, не допрыгнешь ты до этого уровня. Потому что Деголь не говорил, он делал. Он взял и вывел золото Франции, Соединенных Штатов. Он реально реализовывал то, о чем говорил. Шансов добиться этого Макрона нет никаких. Те, кто знают историю, помнят, что случилось с Деголем, когда он попытался вывести Францию из-под сферы влияния США. Вполне возможно, что то же самое ждет Макрона, если он вдруг попытается действительно пойти на этот шаг. Знаете, это невозможно. Понимаете, просто не того масштаба личности. Но он-то уже не первый год у власти, и мы видим, что вот это все бла-бла-бла, это именно бла-бла-бла. Это клоунада, и, знаете, президент, который позволяет публично унижать себя лидером других государств, а это делал тот же Трамп, снимая невидимую перхоть с пиджака Макрона, выходя перед журналистами. Но это же совершенно сознательный жест. Их было много подобных жестов. И он все это безропотно сносит. Дипломатия таких вещей не прощает. Если французская дипломатия это прощает, простите, и Макрон, и вся Франция бесконечно далеки от того, чтобы проводить самостоятельную политику. А говорить? Ну, говорить там разрешают. У них свобода слова в строго заданных рамках. Согласен, но вы считаете, что в Европе таких политиков, которые действительно способны проводить какую-то самостоятельную политику, уже не осталось? Вы знаете, по-моему, им не дают добраться до самого верха. То есть сама система отбора политиков за десятилетия создана такая, что если ты не соответствуешь заданной повестке, у тебя шансов возглавить партию, которая бы имела хоть какие-то призрачные шансы на руководство страной, соответственно, на там, то, чтобы избрать своего там, президента, главу государства, нет никаких. Я напомню старую историю, как
главу МВФ выбирали, он был неудобен, в результате его обвинили в том, что он кого-то там изнасиловал в отеле. В результате он снял свою кандидатуру, ушел навсегда из политики, из Международного валютного фонда, хотя через несколько месяцев оказалось, что это была проститутка, это было вообще липа, все высосано из пальца, ничего подобного вообще не было. Как говорят в суде, в данных случаях не было не то что состава, не было события преступления. Но свою роль это сыграло. И вот такие механизмы уже совершенно низкопробные, они отработаны. Даже если кто-то взлетит, были это подобные примеры в самой Франции. А все остальные, вот понимаете, у нас была масса претензий к Меркель, тем, кто занимается там русско-германскими отношениями. Но по сравнению с Меркель, Шольц, это вот бывший посол Киева в Берлине Мельник, вот за это ему большое спасибо. Он действительно правильно сказал. Ливерная колбаса. Не сырокопченая даже, но ливерная. Толку от того, что вы там возражаете на словах против чего-то. Вы все равно делаете то, что вам говорят. И по большому счету, если судить по фактам, а не по словам, то, услышав команду прыгать, вы спрашиваете только, как высоко. Все остальное, Европа свою суверенность фактически уже утратила. И вот мне приходилось достаточно регулярно вот общаться с различного уровня политиками европейскими, естественно, не самого высокого ранга, но с депутатами. Стран. И они все отмечают одно и то же. И зачастую в этой системе решения принимаются затыканием ртов деньгами. Потому что любая страна, включая там Латвию с населением в 1 000 000 человек, по-моему, уже чуть меньше, может право вето наложить на что-то. Поэтому им надо заткнуть рот, и будет как надо. А целиком вот эта проамериканская свора не до государств. Понимаете, то есть, с одной стороны, там Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия. А с другой стороны, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния. Вы о чем? Если тот же Макрон хотя бы на словах декларирует о том, что Европа должна стать независимой от США, то те же поляки прямо заявляют, что мы хотим больше американского присутствия в Европе. Совершенно правильно. Вот американцы в данном случае действуют совершенно безукоризненно верно. Они покупают тех, кто им дешевле обходится. Потому что содержание Польши и Прибалтики, там, лимитрофии с болгарами, это дешевле, чем кормить Германию. Германию проще нагнуть. Опять же, они кормят поляков, но при этом, вы же обратите внимание, дотации Польша получает из фондов Евросоюза, то есть не за американский счет. Американцы 2 контрактами только на танки раздели Польшу на 8,5 миллиардов евро. То есть очень хорошо. Да, они что-то поставят, да, они что-то дадут, но они на этом еще и зарабатывают неплохо. И, собственно, дают заработать тем же полякам, которые получили, грубо говоря, 1 000 000 дешевых рабочих рук в виде тех же беженцев с Украины. Что бы там ни говорили, какие бы дотации ныне лишаемые регулярно их не давали, они-то работают, они-то создают прибавочную стоимость. Причем вы учтите, самую дорогую нагрузку Польша избегает. Как и все вот это не рабовладельческие государства, они получают уже готовых людей, в которых вложились в их рождение, взросление, обучение. Они получают нормальную рабочую силу. Низкоквалифицированную, высококвалифицированную, разную. Кто-то убирает клубнику у яблоки, а кто-то работает на заводах инженерами. И вот это 1 000 000 человек, это крайне выгодно. Ты не вкладывался в них 18-25 лет, ты получил готовое. Да, можно чуть-чуть потратить. Тем более, что, опять же, частично компенсируются расходы по ним из фондов Евросоюза. И Польша набралась этих безвозмездных грантов, там уже еще с довоенных времен более 120 миллиардов евро. А за последние годы эта сумма еще возросла до 10 миллиардов. И таких людей, о которых вы говорите, их все-таки проще встроить в польское общество. То есть это не мусульманский мир какой-нибудь? Это не мусульманский мир. Это, собственно, славяне. Мало того, это славяне, с которыми поляки умеют работать. Вот что бы ни говорил, но бороться с бандеровцами в Польше умеют. Как бы они ни целовались в десны с киевским режимом, попадая в сферу контролируемую Варшавой, вы можете про бандеровщину забыть. При Ющенко в Польше открывались помпезно памятники героям УПА, и схроны, и еще что-то.
И только в нашем СМИ появлялась потом информация, как это все разрушалось и уничтожалось. И ни одного из открытых тогда памятников больше не осталось. И не останется ни одного бандеровца. Потому что вариантов ровно два. Либо они попадут под статью о том, что вообще-то это геноцид. Вот Волынская резня признана геноцидом польского народа. Соответственно, законодательно любые действия, пропагандирующие бандеровщину, попадают под уголовный кодекс. Поэтому это для внешнего потребления. Внутри Польши вы либо будете говорить по-польски, станете мгновенно поляками, либо депортация или тюрьма на выбор. Ну, те, кто бежали, они выучат польскую мову. Поляки, они прекрасно уже, по-моему, продемонстрировали свое отношение к украинским друзьям, когда Зеленский встречался с Дудой, а буквально через пару дней Моровецкий заявил о том, что мы запрещаем ввоз вашего зерна. Ну вот и вся дружба. Да, своя рубашка ближе к телу. Да, они используют... Зеленский вообще... даже не назвать его слабым политиком. Это комик, может быть, талантливый актер, как его еще многие называют. Ну, вопрос вкуса или его отсутствия. Но политик он никакой. И это всех устраивает. Пустое место посадили, команды он выполняет. Ему дали какую-то свободу, в рамках которой он может там влево-вправо на 2 метра прыгать, ну и все. А все остальное прекрасно. Вот видите, как все идет уже не только в заявлениях, но и в подготовке различных законопроектов, уже продвинутых документов. Идет сращивание с Польшей, постепенная подготовка к тому, чтобы сдать те же кресы в Сходне. Под эгидой миротворческих батальонов, тем более украинско-польско-литовская бригада со времен Кучмы была создана в мае, а со времен Ющенко она существует де-факто. Вот вам уже миротворческая бригада, которая готова войти, а вместе с этой бригадой, ну, войдет еще пара дивизий. Отлично. А что тогда останется от Украины? То есть 4 региона она уже потеряла. Допустим, вот эти вот кресы усходние, они перейдут в Польшу. И что от нее останется? Ну, все те мечты вот в разговорах о переговорах, они очень явно и наглядно видны. Мы отдадим Западную Украину полякам, а потом, может быть, каким-то образом вернем их обратно. Ну, это бред собачий. Ну, черт с ним, русские захватят там что-то на левобережье, может быть, даже на юге. Опять же, всем плевать. Вот тому же Зеленскому и все остальные комарили. Да начихать им, какую территорию им оставят под мандатной. Они там будут сладко есть, спать, получать деньги на Западе до тех пор, пока существует хоть 5 километров под их контролем. Потому что это будет русофобский нарыв, который нужно содержать, армию кормить, вооружать. Американцам прежде всего это хорошо, потому что чем меньше там народа, тем дешевле это обходится. А какая разница, какая территория контролируется этой хунтой? Все равно там никто не собирается превращать это в рай земной или в колонию Соединенных Штатов. Нет, это поле боя. Ты какая разница, если это поле боя будет узкой полоской вдоль Днепра? Да и слава Богу. Вот это, по сути, мечта, которая вполне сейчас реализуема и навязывается, в том числе и нашему обществу, под видом «давайте договариваться». Господа, о чем с вами договариваться? Вы нам предлагаете Минские соглашения номер 3, суть которых сводится к тому, что снова боевые действия временно замирают, где-то проводится демаркационная линия, обстрелы единичные, умирает не так много людей, но мы все уже видели. Просто на других границах мы подготовимся получше, и все вспыхнет по новой. До тех пор, пока нацистский режим на какой-то территории находится, покоя не будет. Почему я говорю, что давайте вот война будет продолжаться до тех пор, пока мы не встретимся с польскими войсками. На какой границе это произойдет, непонятно. Но вот между нами и войсками НАТО ничего больше оставаться не должно. Ну, я сомневаюсь, что у них останется хотя бы этот 5 километров, потому что для целей, которые были заявлены в начале СВО, то есть для, как минимум, денацификации, ну, нужно доходить до Киева, где, в общем-то, это нацистское ядро и сконцентрировано. А суть в том, что, как вы правильно заметили, для решения заявленных задач подконтрольные, не то что подконтрольные хунте территории не должно быть, хунты не должно нигде быть. Нет, она может существовать в виде правительства в изгнании. Ради бога, хоть на острове Пасхи. Вы ничего контролировать не можете, в принципе, потому что до тех пор, пока вы будете хоть что-то контролировать, хоть одно здание, это будет вот та самая центр национализма и милитаризма, который все равно нужно будет уничтожить.
И мы уже убедились по факту, что мирным путем это сделать невозможно. Мирный путь – это были Минские соглашения. Была формула Штайнмайера, поэтапно прописывающая, что, на каком этапе, что, зачем нужно выполнить. Это можно было сделать. Но вы этого делать не хотели, потому что это было невыгодно вашим заказчикам, которые честно признавали, что вам это не надо. Ну и все. Вот результат. Поэтому, да, нужно уничтожать на всей территории. И осознание это, если у кого-то еще не присутствует, ну, значит, оно появится позднее по факту. Потому что в конечном итоге других вариантов не осталось. Это не та компания, не те люди, кто будет о чем-то с кем-то договариваться, выполнять договоренности, добровольно денационализироваться, демилитаризироваться. Вы вообще вот представьте себе, что Соединенные Штаты говорят, вы знаете, мы согласны. Разоружаются, оружие мы им не поставляем, боеприпасы мы им не поставляем. Кто-то в это вообще верит? Слишком много вложено уже. И вложено много, и самое главное, так противоречит политике при всех американских президентах. Джавелины поставлялись, оружие поставлялось значительно раньше, чем Байдена избрать. Не зависит от того, республиканцы или демократы у власти. И, собственно, против тех же северных потоков санкции вводились и прекращалось их строительство тоже задолго до того, как пришел Байден. И вся остальная политика Соединенных Штатов, она может более жесткая, менее жесткая, но суть одна и та же. А что касается превращения каким-то образом киевской хунты действительно в демократический режим, ну, я не знаю, кто в это верит. То есть загоняются в стойло, разоружаются Азов, правый сектор, все вот эти бандформирования, прекращается прославление Бандеры, да, улицы переименовываются обратно. Вы о чем вообще говорите? Это вот о чем? Кто в это в состоянии поверить? Бессмысленно совершенно. Но их можно разрушить, но из умов-то вытравить все это гораздо сложнее будет. Разоружить их может только вооруженная сила России. А больше никто этим заниматься не будет. Они сами себя разоружать точно не будут. И американцы этим тоже заниматься не будут. А разоружив их военной силой, дальше понятно. Переформатировать мозги. У кого они не переформатируются... Есть специально отведенные места за колючей проволокой. И есть комнаты с мягкими стенами для тех, у кого крыша поехала. То есть механизмы давно известны. И недаром, в общем-то, уже высшие должностные лица России говорят о том, что это, по сути, гражданская война. То, о чем мы говорили все эти годы. Да, это гражданская война. Да, во время гражданской войны невозможно перестрелять всех миллионов, которые так или иначе поддерживали тот режим. Но в этом нет необходимости. Опыт даже столетней давности показывает, что бывшие офицеры Российской империи, бывшие белогвардейцы прекрасно служили в Красной армии. Мой прадед, замполитмейстера города Харькова, служил в ВЧК. Он не был репрессирован, умер своей смертью. То есть это совершенно реальность, а то, что это большая работа, да, большая работа. Да, это на годы работы, никто не скрывает, но противнику это удалось на нашей земле. Нам будет легче, потому что это наша земля, наши люди. Да, с вывихнутыми мозгами, да, с этим надо работать, да, надо воспитывать подрастающее поколение. Никто не спорит, надо. Но это работа, которую мы учимся делать. Раньше мы ее не делали. Теперь вынуждены делать. И будем делать. Собственно говоря, уже делаем. Вы знаете ту же тему с киноуроками, которые в Беларуси вовсю сейчас они продвигаются. В России это для подрастающего поколения. Это один из множества проектов, которые реализуются, причем по инициативе снизу. Поэтому да, мы занимаемся воспитанием людей на своей земле и на той земле, которую мы возвратим себе. Скажем, Крым не русский, не белорусский, не наш общий Крым, только потому, что где-то кто-то когда-то решил его подарить вот этому недоразумению. Но было нормально, это не недоразумение, а государство. Ну, ради бога, мы бы жили нормально, ну, да, юридически существовало бы государство Украинской ССР. Оно было соучредителем Организации Объединенных Наций. Нормально? Нормально. Вы не захотели так жить. Вы захотели превратиться в вот эту нацистскую клоаку. Вы вообще кто такие? И кто такой ваш Бандера? У вас герой УПА Шухевич год, весь 42-й год, с конца 41-го года и весь 42-й, воевал в 201-м шосмашафт батальоне на территории Беларуси с белорусскими партизанами. Это документальный факт,
задокументировано, есть письма тому же митрополиту Шептицкому, который писали и он, и его офицер, где это подробно описывается, они хранятся в архивах, и сомнению не подлежат. Вот это борец за Вильную Украину, да, в звании гаупмана гитлеровской армии, воевавший в Беларуси с белорусскими партизанами. И что у меня не укладывается в уме, так это то, что отдельные мои соотечественники, они открыто высказывают симпатии вот этому режиму. Более того, они присоединяются к ВСУ, стремятся как-то попасть в эти бандформирования, которые там организовываются. Не знать историю своей страны, не знать элементарных основ, чтобы вот теми же БЧБшными флагами формировались такие же отряды, аналогичные УПА в Белоруссии, что это было то же самое гитлеровское киеприхвостни, скажем, из местной администрации, которые должны были показать, что это не гитлеровская оккупация, а это типа наша белорусская власть. Ну, это по меньшей мере глупость, дурость. А остальные, простите, да, просто за деньги. И опять же, вот те, которые за деньги вербуют тех дураков, которые искренне, малограмотно в это верят, и в качестве пушечного мяса отправляются умирать за нынешнюю Украину. Причем, напомню, что на том же Майдане Небесную Сотню открыли кем? Белорусским националистам. Причем говорить о том, что его хрохнули свои же вот эти местные бандеровцы, что нужно было кровь пустить и показать невинную жертву. Ну, своих жалко белорусов, нет. Хорошо, второй был, по-моему, армянин. Ну, а дальше и свои пошли в расход. Ну, так же и сейчас, когда вот шли бои за Лисичанск в прошлом году, то очень много вот этих белорусских наемников погибло именно там, где было понятно, что уже, в принципе, все для ВСУ кончено. Ну, не жалко. И вот это совершенно мало того. Есть еще понимание того предельного цинизма, в рамках которого тому же Западу выгоднее утилизировать этот личный состав, понимаете? Они точно так же отправляли граждан Евросоюза разных стран на Украину. Батальон Джохара Дудаева, из какого он сформирован? Из тех беженцев с Кавказа, там не только чеченцы были, там и азербайджанцы, и грузины. То есть есть преступный элемент, зачастую там с территории того же Азербайджана, бежавший, чтобы не сесть там в тюрьму. Перебрался в Европу, получил там статусы беженцев, политических беженцев, гражданство получили. Но так как вокруг них формируется преступный элемент, национальные банды, наркоторговля, они конкурируют с местным преступным элементом, надо от них избавиться. Сформировали добровольческие батальоны, отправили воевать на Донбасс, где их благополучно утилизировали. В результате, чтобы не привлекать внимание, батальон Джохара Дудаева переименован в батальон имени Мунаева, потом им еще присвоено третье название. То есть, личный состав мобилизируется. Но погибший в одном батальоне уже не ассоциируется с другим батальоном. Хотя это один и тот же батальон, одна и та же мясорубка. И принцип тот же самый, который проводился после победы вооруженного переворота на Майдане. Лидер батальона «Донбасс» трижды приезжал в Киев весной и летом, формируя новый состав батальона, который рекордными темпами утилизировался на Донбассе. Потому что пушечное мясо, совершившее Майдан, не нужно было новой власти, потому что оно вооружено, оно вкусило крови, оно готово отстаивать те идеи, зачастую слабо отличающиеся от нормальных человеческих. Они хотели лучшей жизни для страны, а вовсе не той власти, которая пришла. Напомню, что и Кличко, и Тягнибок, и Яценюк, и Порошенко во время Майдана оттуда гонялись чем угодно. Порошенко стягивали еще в декабре 13-го с тягача этого трактора, Кличко в морду из огнетушителя пускали пену и так далее. Естественно, вот это ядро Майдана возражало против того, чтобы они руководили хунтой. Куда их? На Донбасс, до свидания. Утилизировали. Все остальные как-то более послушные. У них меньше претензий и амбиций. Но тоже взлетел слишком сильно. Напомню, все добробаты в течение последующих полутора лет были расформированы, разбросаны по 1-2-10 человек по различным батальонам. Они создали там ядро нацистское,
Они проводили вот эти идеи, но зато они не представляли опасности для киевской хунты. В итоге они привели страну к тому, что сейчас на фронте утилизируются не только вот эти радикалы, которые выступали за Майдан, но и те, кто, в общем-то, был против этого госпереворота. Кстати, есть графики и списки пропорций, причем я брал их из киевских источников. Подавляющее большинство мобилизованных – это Восточная и Южная Украина. Меньше центральной и совсем мало Западной Украины. И это тоже понятно, потому что Западная Украина, Галица и галицкие ценности – это, собственно, и есть бандеровщина. А вот от этих схидняков, напомню, во времена действий УПА, схидняков, то есть жителей Восточной Украины, уничтожали в течение 48 часов, если они не покидали эту территорию. Не военных, замечу, учителей, врачей, инженеров, тех, кто приезжал восстанавливать Западную Украину. Их уничтожали, потому что это вражеский контингент. Отличный, это православный, это русскоговорящий. А Западная Украина – это униаты, греко-католики, те, кто 7 веков, их предков были оторваны от территории, собственно, Руси, русской, великой, белой, малой, поляков, австро-венгров, венгров, чехов, словаков, неважно кого, немцев. Они привыкли служить любой власти, которая приходит к ним, но вся эта власть на всех поколениях была русофобской. И все эти владетели этих территорий в разные годы ходили походами против Руси. Поэтому вот такое отношение внутри самой Украины, которая никогда не была единой. Просто во времена советской власти толерантно и политкорректно Западную Украину как-то не трогали и делали вид, что все хорошо. А как только это развалилось, начали вот это галицкое одеяло натягивать на всю территорию. А оно не натягивается. Значит, нужен Майдан. А он снова не натянулся. А тогда мы сделаем кровавый Майдан. А они снова не согласны. Ну, тогда мы начнем бомбить, сжигать, расстреливать и вешать. Ну, вот, собственно говоря, мы и пришли к тому, к чему пришли. Что ж, это была очень интересная беседа. Спасибо вам за развернутые ответы и за то, что выделили время. Да нет, всегда рад с вами поговорить, поделиться своим мнением. Что, надеюсь, на лучшее. Да, я тоже. Посмотрим. Спасибо и вам. До свидания.